Всем привет, вы на канале Лиза Лизончик, я с вами Лиза. Честно говоря, настроение не к черту, потому что встала я в 6:30, всю ночь плохо спала, потому что ужасно было жарко. Ну, я обычно ставлю телефон на зарядку. Вот, и тут было даже спать невозможно, потому что ужасно душно, мне пришлось включить телефон на зарядке и поставить себе на кондиционер. Вот, комната была охладилась уже минут через 10. Это что меня единственное радует. Вот, и так. Молли сутра ссадина. Она так все эти дни толком не купалась. Вчера немножко там зашла в водичку и все хоть. И опять при мне это случилось. Ужасно просто. Первая ссадина, она просто шла выкидывать фанчик от мороженки и упала на ровном месте причем. А в этот раз я пошла встречать сестру. И это... за курсниках. И тут я споткнулся в стул. И тоже получила трусатину на другой ноге и на руке. Ну ладно, хоть сестра приехала, единственное, радует. Почему так сильно хочется спать? Вообще не понимаю. О, там наверху вечеринка. Ну, у сестер. Ой, с Машкой. И Лариса там танцует под песню. Я что-то хочу с Соней, как не знаю, кто. Вообще долго делать ничего не могу просто. Так, ребят, нет, сейчас время не 5 часов, не 4 часа. Время сейчас примерно доходит 12. И мы сейчас пойдем уже на озера и пойдем мы на целый день. Не знаю, как я там справлюсь, потому что... Ой, это уже не хочу идти сейчас, потому что там ветер очень-очень жарко. Ну, что-то хотят, и мама тоже хочет там с сестрой побыть. Ну, я тоже хочу. Поэтому мы идем сейчас. Еще не хочу. Ну как, хочется, конечно, поплавать, но ну, не знаю, короче. Сейчас надо отключить кондиционер и поставить планшет на зарядку. Это, в принципе, все мои дела, но потом пойти уже и выйти. Вот. Вообще, я так спать хочу. Не выспалась, злая сегодня. Ой, вообще, я не знаю, как я буду плавать, потому что уставшая просто ужасно. Ребят, мы уже прошли с озер, в принципе, все было хорошо. Ну, только если не считать то, что кукуруза была испорченная. Две, они сейчас съели нормально, то есть мама, две сестры. Вот, а так, в принципе, блин. А моя третья кукуруза была испорченная. Ну, зато потом я купила сочечку сестер. Я ее очень люблю. Вот, ну, пока на отдыхе можно отрываться от диет и тому подобное. Вот, сейчас мы заказали суши. Будем их кушать. Вот, сегодня Алиса получила вторую ссадину. Это было при мне. Мы пошли встречать мою сестру. И Алиса просто упала. Споткнулась об стул. Там так ревела. Мне было ее так жалко. Это был ужас. Потом она еще с моими сестрами хотела идти в магазин. Но они не стали ее брать. Прямо перед носом закрыли дверь и ушли. Вот. Она так ревела. Я боялась, что я ее не успокою. Но вот реально... Она успокоила, и она уснула, потому что она проснула 6 часов, хотела спать, была бы не выспавшаяся. Я встала 6:30, тоже не выспавшаяся, но, как ни странно, я не плачу. Это же, в принципе, ребенок, сами понимаете. Вот, сейчас сестра моется, и мы будем кушать роллы, потому что там их уже привезли. Вот, только что просто слышу, что там что-то уже дают. Вот. Уже покупалась, как вы видите. Вода сегодня была теплая, и сегодня купалась только в Малом городском озере. Вот. В принципе, больше ничего такого не произошло интересненького. Вот. То, что про Алису я вам сказала, да и все, в принципе, потому что новостей, кроме Алисы, просто, ну, как вы понимаете, не случилось. Вот, поэтому сейчас ждем сестру и пойдем кушать эту няму-няму. Так, ребятки, я уже покушала роллы, они были очень вкусные. Только у меня теперь весь рот жжет, не знаю почему. Вот, ну, в общем, мне очень-очень понравилось. Ну, я съела 5 штучек, потому что больше не захотела, потому что еще на озерах наелась. Вот. Сейчас подумаю, чем буду заниматься. Наверное, посмотрю мой любимый сериал. Потом уже поиграю с Алисой. Или же наоборот, потому что сейчас пока что все кушают. Мне кажется, проще
сейчас прекрасно верится, поэтому сейчас буду размышлять. Так, ребятки, сейчас уже начала немножко заниматься спортом, поэтому играю с Алисой, и банки 3 уже сделала, не 2. Вот, пресс покачала, сейчас что-нибудь еще поделаю, наверное, поприседаю и что-нибудь еще не знаю, посмотрим сейчас. Вот, мы с Алисой весело играем, она моя мама, я ее дочка. Она мне купила Play-Doh, рваного дракона и формочки для Play-Doh. Сейчас с ней сидим тут, играем, и я при этом занимаюсь спортом. Основное, сейчас пойдем пить чай на улицу. Сейчас найдем ее, подожди, Зай. Так, ребятки, я уже сонная, но мне еще и поддерживать сестру, тем, чтобы она не спала. Мы сейчас покушали, я съела пончик и маленький кусочек рулета. Я просто не сдержалась, потому что хотела есть. Еще, кстати, поела я кашку немножко. Вот, ну, свою овсяную вот эту вот. Сейчас пойду все продукты, да, вот, фрукты-то. Мне же мозг не варит просто. Вот. Я просто хорошо позанималась спортом, то есть прям очень хорошо сегодня, поэтому и подумала, что мне можно такое, я в принципе этого заслужила, но такое будет последний раз. Так, ребята, я сейчас уже поиграла с Лисой, ну, с сестрой убрались, и так вот это все выглядит. Вот, ну, потому что приезжает все-таки муж, надо убраться. Вот, сейчас буду ждать сестру, ну, пока племяшка уснёт, там пока она придёт, ну, то есть минут 10-15. Вот, потом я, наверное, не буду спать до 12 примерно, потом уже пойду спать, потому что где-то пол первого, ну, ближе к пол первому придёт её муж, то есть она полчаса вытерпит сама. Вот, 12 я уже попытаюсь как-то дотерпеть. Вот, потому что сейчас я их жду и чем-нибудь буду заниматься, только не знаю чем. Господи, нитка помятая. Ужас просто. Вот, прическа у меня вообще суперская. Жду сестру уже 30 минут, и до сих пор нету. Я удивлена просто. Если она уснула, то не знаю, как будет ее будить, потому что я вдруг Алиску разбужу. Ну, это племяшка. Вообще не знаю. Что делаю дальше? Буду сейчас лежу, сейчас сижу уже засыпаю, и причем вся уже никакая просто. Вот. Ну, по-всякому надо разбудить сестру. Она не должна была уснуть. Она сама это знает, что она как бы, ну, спать не должна. Она почему-то уснула. И это очень странно. А, нет, она просто ходит сверху. Она почти не уснула.